силу объективных причин температура воздуха на земном шаре неоднородна. В одном уголке планеты люди изнывают от жары, а в другом мучаются от затяжных морозов. В моем топе самых холодных мест на Земле входят как необитаемые, так и заселенные территории. Лидирующие позиции по числу земель с крайне низкими температурными показателями занимает Россия. Всему виной наличие обширных зон вечной мерзлоты. Городок под названием Барро находится в Соединенных Штатах Америки, расположенный в северной части Аляски. Занимает последнюю строчку моего рейтинга самых холодных мест на Земле. Промерзание почвы в глубину достигает 400 метров. Зимы здесь суровые и ветреные. В феврале уровень термометра опускается почти до минус 50 градусов. Дополнительные климатические особенности выражаются в морозной сухости атмосферы. С конца осени и до середины зимнего периода местные жители не видят солнца. Позже ситуация немного улучшается, и к лету воздух прогревается до плюс 4 градусов тепла. Среднегодовой температурный показатель колеблется в районе минус 12 градусов. Неожиданно, но снегопады и заморозки в Барро случаются даже в летние месяцы. Хотя это не так уж удивительно, ведь через 500 километров от города начинается полярный круг, а в 2000 километров лежит Северный полюс. International Falls. На 9 месте моего рейтинга снова представитель США. Хотя населенный пункт располагается в Миннесоте, то есть по американским меркам на Среднем Западе, климатические условия в нем мало чем отличаются от настоящей морозной камеры. 6000 человек, проживающих здесь, в июле наслаждаются оттепелью при 0 градусов, а в январские праздники стучат зубами из-за 50-градусных морозов. Несмотря на откровенно неподходящее для пребывания окружающую среду, здесь развит внутренний туризм. Путешественники приезжают на границу с Канадой, чтобы прогуляться по национальному природному парку Voyageurs. В 2019 году одна из американских кинокомпаний даже выпустила комедийный фильм, действие в котором разворачивается не где-нибудь, а именно в International Falls. Астана, столица Казахстана, восьмая в моем списке самых холодных мест в мире. Пронизывающие степные ветра буквально студят своим дыханием проспекты города-миллионника, его иллюминированные небоскребы и купола роскошных мечетей. Резко континентальный климат делает все, чтобы жизнь местных жителей была максимально контрастной. Затяжные сибирские морозы до минус 52 градусов сменяются 40-градусным азиатским зноем. Скудность атмосферных осадков в виде освежающего летнего дождя еще больше усугубляет обстановку. Сегодня власти предпринимают попытку по исправлению ситуации. Вокруг столицы искусственно формируется так называемый «зеленый пояс». Обильные зеленые насаждения призваны защитить местность от проникновения ветров и подарить горожанам тенистые тропики для прогулок в палящий июльский полдень. Воркута. Седьмым по счету в моем списке стал российский город из республики Коми. Вокруг Воркуты расстилается царство вечной мерзлоты, сдобренное безжалостным субарктическим климатом. 80% годового времени почва находится во власти заморозков. Легкий морозец не исключается и летом. Среднегодовые данные термометра составляют минус 6 градусов. Зимами ртутный столбик максимально может опуститься до отметки в минус 57 градусов по Цельсию. Из-за постоянных ветров небо большую часть года закрыто облаками. Частые вьюги становятся причиной громадных снежных заносов. Аномальные условия крайнего севера ставят крест на земледелии. У плодово-овощных культур просто нет реальной возможности выжить в открытом грунте. В теплицах садоводам удается вырастить очень ограниченный перечень травяных съедобных растений – лук, пшеница и огурцы. Усть-Щугор. Крошечная деревенька Усть-Щугор, затерянная все в той же республике Коми, занимает шестую строчку моего рейтинга самых холодных мест в мире. В ней едва-едва наберется 30 жителей. История старинного поселения берет свое начало в 1-3 18 века. Сельчане занимались рыболовством и обслуживали работу зимника, по которому на оленьих упряжках доставлялись грузы в Мурманск и страны Скандинавии. С появлением железной ветки в конце 19 столетия тракт был заброшен. С тех пор изменилось многое, но только не климат.
До сегодняшнего дня местечко Усть-Чугор считается самой холодной точкой на европейском континенте. В 1978 году местная погода установила своеобразный рекорд. Ультраполярное вторжение воздушных масс с побережья Карского моря выстудило землю до минус 58 градусов ниже нуля. Якутия и снова Российская Федерация, но теперь уже Республика Саха. Известна не только своими бриллиантами, но и тем, что ее главный город открывает пятерку самых морозоустойчивых мест на планете. Для республиканского центра зимняя норма составляет минус 40 градусов по Цельсию. Эта цифра не считается из ряда вон выходящей. Предприятия работают, дети учатся. Самый нижний зафиксированный метеорологами порог в свое время равнялся минус 65 градусов. Количество зимних месяцев в Якутске существенно превышает норму. Зима царит в городе с октября по апрель включительно. Короткое лето характеризуется аномальной жарой и несущественными осадками. Несмотря на сильные температурные перепады и непропорциональность сезонов весной, столица Якутии может похвастаться длительными периодами настоящих белых ночей. Айсмитте – бывшее пристанище гренландских полярников. Станция с говорящим названием Айсмитте дословно переводится как «между льдами». Четвертое в топе самых холодных мест в мире. Основанием ей служит гренландский ледяной щит, высота которого в этом месте достигает 3000 метров над уровнем моря. В 30-х годах 20 века здесь стояли 65-градусные морозы. По иронии судьбы, в этот период на станцию была отправлена исследовательская экспедиция под руководством геофизика Вегенера. Ученые складывали жилье из снежных блоков, рыли землянки, но неравную схватку со стихией все равно, увы, проиграли. Арктическая стужа унесла жизнь легендарного профессора-метеоролога. Большая часть остальных участников рискованного предприятия получила жесточайшее обморожение. Станция «Восток». Бронза ледяных соревнований принадлежит Антарктиде и отечественной научной станции «Восток», основанной советскими учеными в 1957 году. Нижайшее температурное значение, зафиксированное на полюсе холода, равняется минус 89,2 градуса. Именно столько показывали измерительные приборы в июле 1983-го. Акклиматизацию работающих на станции людей осложняет ряд следующих факторов. Поселок лежит на высоте 3500 метров над поверхностью Мирового океана, из-за чего в организме возникает кислородное голодание. Воздушная ионизация и нулевая влажность также отрицательно влияют на самочувствие. Примерно 120 суток в году занимает полярная ночь. Начиная с мая и заканчивая сентябрем, Восток отрезан от мира. Верхоянск. Якутскому городу Верхоянску, занимающему вторую строчку рейтинга самых холодных мест в мире, скоро исполнится 400 лет. В 17 веке поселение выполняло роль казачьего зимовья. Здесь разводили лошадей и оленей, добывали пушнину, заготавливали лес. Век 19 внес свои коррективы. Сюда, на край империи, стали ссылать неугодных власти революционеров. Появление политических ссыльных положило начало регулярным метеорологическим наблюдением. Представитель этой когорты людей, некто Ковалик, в середине января 1885 года сумел зарегистрировать температуру в минус 68 градусов. Семью годами позже был зафиксирован еще более низкий показатель, но официально полученные данные учтены не были. Академия наук согласилась на погрешность прибора. Село Аймекон, лежащее на дне Якутской котловины. Официально самое холодное место на Земле. Считается, что в 1938 году 20-го столетия здесь наблюдалась самая низкая из возможных на Земле температур – в минус 78 градусов. Так это или нет, сейчас сказать сложно. Но аймеконская действительность поистине беспощадна. Зная об уровне высотной поясности, резко континентальном климате и беспрецедентно высоком атмосферном давлении, остается реально загадкой, как здесь выживает местное население. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании. У меня также есть Boosty, на котором контент будет всегда выходить раньше, чем на YouTube. Некоторый контент будет сугубо только на Boosty. С вами не прощаюсь и до встречи.